Охренеть. Остальные все на позициях? En camino. Todo va de acuerdo al plan. Фантастика. И долго ты это планировал? С того дня, как оказался здесь. Сэмюэл, живей. Некогда, нам нужно идти быстро. Ну нифига себе. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Господи. Эти люди садисты. Мы избавим мир от них, а? Вот. Понадобится. Пошли. Ты помнишь, как надо стрелять? Ну, как-нибудь вспомню. Абрантодес Лас Пуэртас. Гектор. Тут же вспыхнет настоящий бунт. Именно. Хаганло. Держись рядом. Нам пройти, и мы... Как спасибо. Хотите. Или бейте всех. Видишь, план работает. Да, вижу. Сэмюэл, давай, живо! Эрали, остался ура! И что теперь? Мураки! Эй, busquen donde cubrirse. Сэмюэл, найди укрытие. Что? Зачем? Прячься, сказал. Сэмюэл, давай в укрытие! Я говорил. Порядок? Да, да. В ушах звенит. Но жить буду. Гринго. Этот гринго со мной. Он должен выжить. Cuidado! Назад, сволочь! Давай! Да! Arriba!
Выстрелить! Сэмюэл! Сэмюэл, прячься! Сэмюэл, через минуту либо смерть, либо свобода. Дынгерло! О, черт! ¿Para irnos? ¡Salgamos de aquí! ¡Sémel! ¡Nazad! ¡Охренеть! Держи, Сэмюэл, пей. Нет, нет, спасибо. Мне сейчас ничего не надо. Давай, ты обезвожен. Вот, пей. Спасибо. А? Куда теперь пойдет Сэмюэл Дрейк? Да, куда же я теперь? А, приму ванну. Сплю в настоящей кровати. Может, подцеплю себе хорошую бабенку. А? И найду своего брата. По-моему, неплохое начало. Да, ты прав. Ну, а сколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? О, я не знаю, нужно добраться до Штатов, а там видно будет. Сколько?
Ну, я пока еще не начал. Но ты же знаешь, где оно? Ну, да, знаю. Просто... Слушай, Эври же не оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Но у меня нет хорошей зацепки. О, так, так. Погоди меня. Эй! Тихо! Ты мне нравишься. И главное, я тебе поверил. Потому ты и здесь. Я все найду. Мне просто нужно время. Да, Манкучая. Видишь ли, какое дело? Меня теперь мучают жестокие сомнения. Так. Гектор, послушай. Я все найду. Клянусь тебе. Сколько? Полгода. Люди ленивые. Они всегда просят больше времени, чем надо. 3 месяца. За 3 месяца не... 3 месяца. Мне половина. Справишься? Говори. 3 месяца. Тебе половина. Так. Если ты будешь прятать от меня клад, или чего доброго побежишь сдаваться в полицию, я узнаю. Я подкараулю, когда не ждешь. И тогда ты будешь умолять меня о смерти. Ну, вставай. Самый ближайший город в 10 километрах туда, в сторону солнца. Давненько ты не видел восхода солнца. Vamos. Как мне тебя найти? Потом. Не бойся. Придет время, я сам к тебе явлюсь. Buenas tardes, Samuel. Вот. Алькасар меня отпустил, и... И я здесь. Плохо дело. Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... По следу? Сэм, да нет никакого следа. Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса на папочкины деньги. Мы там все прочесали. Сокровища Эвери нет. Хотя Рейф вот не сдался. Все эти годы копает, придурок. Ничего не накопал. Я не удивлен. В смысле? Ну, я просто тоже немного покопал. Ну и... Вряд ли у Рейфа есть это. Крутая штука интернет. Такое можно найти. Просто крест Святого Дисмоса. Просто тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри. О, а это целый. Эвери сделал их несколько. Да. Чего не было в том, что мы нашли в Панаме? Наверняка до сих пор есть в этом. Угу. Ну, круто. И где же он? О, этот истинный шедевр пустят с молотка через 3 дня в поместье Росси. Поместье Росси. Ты о нем слышал? Ну, да. Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? А, да. А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы... Ясно. Ты его украдешь. Не я. А мы... Нет. Нет, Сэм, я не могу. Я завязал. Что? Нет, все, я больше такими вещами не занимаюсь. И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся. Это кто? Ну, не знаю, вот... Господи. Да хоть Чарли Каттер. Нет. Вот, нет, к нему нет, я нет, с этим нет, и пошел. Ни в коем случае. Я не доверю
Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно? Мне нужен ты. Ну, должен же быть и другой вариант. У меня слишком мало времени. С Алькасаром нельзя шутить. Милая, это я. Привет. Да, слушай, ты не поверишь. Джеймсон только что привез разрешение. Здорово. Да. Знаю, знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию. Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном параде. И пока никакого Салливана. Но время еще есть. Хранилище у них находится в доме, за тем особняком. Тебя оттуда видно? Только самую верхушку. О, вот бы поглядеть, что они там прячут. Нам нужен только крест пирата Эвери. Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно. Не усложняй. Ладно, понял. Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем. Сэм. Мы бы уже туда пролезли. Вопрос как? А, ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет. А если его поймают? Сэм. Он знает хозяев аукциона. Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно. Все схвачено. Ну-ну. Так, короче. Говори прямо. А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни. Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим. Да, он подставлял напарников, но не нас. Но не тебя. У вас не всегда были разногласия. Мягко говоря. Но я ему верю, как себе. Он не родной. Нет, нет, слушай, я хочу, чтобы ты ему поверил. Ладно, ладно. Он все сделает как надо. Рано или поздно. Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот. Видишь? Верь. Эй, эй. Смокинг не запачкай. Спасибо.